Огня над Кстовом станет меньше. Все нижегородцы знают и видели факела, периодически горящие над Кстовской промзоной. Утилизация углеводородов с помощью факельной установки – это неотъемлемая часть производства, но факела постепенно заменяют. Сегодня состоялось открытие первой в Нижегородской области факельной системы закрытого типа. Интенсивного дымного горения больше не будет, выбросы снизят на 76%. Компания «Сибур», мы себя не просто декларируем, даже мы высокоэффективными, но мы экологичными. И чтобы доказать экологичность, я могу много вам рассказывать, как мы экологичны, но при этом факел рядом работает, копоть и так далее, наверное, вы мне не поверите. Нужно создать такие технологии, найти, которые лучшие в мире, и их реализовать. Для того, чтобы и наши работники, и, главное, окружающее население, которое живет, видят, что можно эффективно производить продукцию, и при этом быть экологичным. Нижегородская область является одним из признанных лидеров в химической и нефтехимической отрасли. И во многом это благодаря предприятиям «Сибура». Все они вместе создают благоприятную среду не только для реализации действующих проектов, но и для развития новых инвестиционных проектов, которые начинают возникать вокруг таких крупнейших технологичных производств, как сегодня «Сибур». Губернатор Нижегородской области возглавляет комиссию Госсовета по экологии. Но, соответственно, мы ставим перед собой задачу наш регион сделать лидером по экологической повестке. Вот «Сибур Кстово» помогает нам, Нижегородской области, быть лидером. Тут помогает добиваться серьезных успехов в сфере, значит, улучшения показателей выбросов в атмосферу и в воду.